Друзья, добрый день. Мы производим спил огромного кипариса. Видно его конца и края. А рядом со Светлановским мостом дерево окружено постройками, крышами, проводами, поликарбонатом. И вот такая у нас зона для спуска. Одновременно производим утилизацию. Там во дворе стоит измельчитель веток. И ребята сразу измельчают и увозят. Потому что объем дерева огромный. Дошел до самого верха. Сейчас будем валить макушечку. Вот такое высокое дерево, очень высокое. А тут у меня уже толпа зрителей.